Очень часто российских ученых, особенно гуманитариев, в том числе и нашего университета, обвиняют в том, что мы публикуемся в низкорейтинговых журналах. Еще больше грех, что мы публикуемся в журналах из списка Билла, и тем самым пытаются поставить на нас какое-то клеймо. Я бы несколько иначе подошел к анализу этого вопроса. Дело в том, что публикации в международных журналах – это достаточно новое и неизвестное дело для большинства российских гуманитариев, в том числе педагогов. Это другая культура исследования, это другой инструментарий, другая манера изложения и многое-многое другое. И то, что мы, участвуя в проекте 5.100, начали учиться этому процессу, понятно, что совершая некоторые ошибки, но кто не двигается, тот не совершает ошибок, мы постепенно выходим на понимание того, какими должны быть публикации. Но говоря о списке Билла, который стал, наверное, своеобразным таким бичом для российских гуманитариев, я бы хотел подчеркнуть, что не так все просто. И все были просто шокированы, когда в январе было опубликовано о том, что Билл прекратил свою деятельность. Это архивариус, работающий в одном из американских университетов, что список Билла снят из открытого доступа. И это говорит о том, что не так-то все просто в этом издательском мире. И надо четко понимать, что прежде всего это большой бизнес, в котором есть крупные игроки, есть крупные издательства, подобные Taylor, Spengler, Elsevier и ряд других, которые задают определенные правила игры на вот этом публикационном научном поле. И говорить о том, что публикуясь, может быть, даже в журналах, которые в итоге попадают в список Билла, мы ведем плохие исследования, говорить об этом нельзя. Дело в том, что исследования наши могут оценить только профессионалы. И одним из показателей оценки является цитируемость наших исследований, число просмотров в международных наукометрических системах. И вы знаете, данные из наукометрической системы Science Evolution, SciVal, они показывают, что наши работы действительно достаточно активно просматриваются, цитируются. Здесь надо говориться, что, возможно, это не представители топовых университетов, так как у них свой мир, но мы активно развиваемся на постсоветском пространстве, мы активно контактируем с нашими коллегами из стран Центральной и Восточной Европы. То есть мы находим свое поле, где мы интересны. А интересны мы по причине того, что у многих у нас общее прошлое. И как мы перестраиваемся из этого прошлого, как мы формируем новое, это, безусловно, вызывает интерес. Не случайно сейчас мы проводим ряд сравнительных, сопоставительных исследований с коллегами из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, из Болгарии, Польши, Словении. И вот как раз-таки это, наверное, то поле, это наша фишка, которую мы пытаемся сейчас развивать. Что касается показателей журналов, то это исторически сложившаяся пропорция, когда журналы гуманитарного характера, безусловно, имеют более низкий СНИП, CGR, но в этом ничего плохого, я думаю, нет. И в этой связи, переходя уже к нашему журналу, я бы хотел сказать, что Казанский федеральный университет, безусловно, должен иметь собственные издания, которые бы индексировались в ведущих наукометрических системах, в реферативных базах данных, таких как Scopus, Web of Science. И я очень рад, что у нас в университете уже есть такие журналы, правда, естественно, научного и математического цикла. И вот мы рискнули и пошли на такой достаточно ответственный для нас эксперимент, когда несколько лет, контактируя с нашим партнером из Великобритании, профессором Николасом Рашби, который являлся более 20 лет редактором British Journal of Educational Technology, это журнал, который
в классификации Саймага включен в первую квартель. Это один из топовых журналов по education. Он в прошлом году вышел на пенсию, на заслуженный отдых. Но он еще полон сил, у него огромный опыт, и поэтому он согласился работать с нами. Мы эту работу начали. Работа очень и очень непростая. И я очень рад, что у нас есть такой редактор, как Ник Рашби, который всю жизнь жил в этой системе, который знает все нюансы. И вот теперь шаг за шагом, не очень быстро, к сожалению, но мы перестраиваем наш журнал. Начиная с введения системы антиплагиат не только на русском, но и на английском языке, введением системы слепого лицензирования, далее подготовки сайта англоязычного, который мы заказали там же, в Великобритании. И я думаю, после определенного времени, когда журнал покажет себя, мы будем подавать заявку на включение его в реферативную базу данных Scopus. Но я понимаю, что это будет достаточно долгий процесс. Во-первых, мы должны и учесть те ошибки, которые были у этого журнала в предыдущие годы, они тоже имели место быть. Мы должны его полностью перестроить. И затем, я думаю, мы начнем его сделаем попытку включить его в базу данных Scopus. Сейчас вышел из печати первый номер вот этого нового формата этого журнала, где половина авторов представляют уже зарубежные университеты. В журнале публикуется достаточно немного статей, всего лишь 6-8, потому что требования к статьям, они достаточно высокие, и большинство российских авторов просто такого уровня подготовки научной статьи еще достичь не может. Но мы учимся, мы проводим семинары. Я очень рад, что опыт по трансформации нашего журнала нашел отражение и на одном из семинаров проекта 5100. И то, что Ник Рашби работает с Казанским федеральным университетом, это действительно предмет нашей гордости, и который был оценен и экспертами в этой области. В рамках реализации стратегической академической единицы «Учитель 21 века» мы реализуем несколько научных исследований. И хотел бы отметить, что вообще появление этой стратегической академической единицы среди четырех приоритетов Казанского федерального университета в 2016 году – это большая честь и оценка нашей работы. И вы знаете, я напомню вам 2011 год, когда педагогические вузы были включены в состав Казанского федерального университета, и здесь, в Казани, витал дух снобизма представителей университета к педагогам. И в своем институте я неоднократно был свидетелем того, как возникло это понятие, которое я шуткой назвал научный расизм, когда возникла вот эта определенная дифференциация и несколько завышенная оценка со стороны ученых Казанского государственного университета. Вы, наверное, помните, что на одном из больших собраний в Большом зале Уникса после выступления ректора один из профессоров-физиков обрушился на Ильшата Рафкатовича с упреком, что он превращает, я дословно скажу эти слова, что он превращает университет в пидун. Наверное, тогда мне было обидно это слушать, но я напомню и реакцию ректора, который сказал: уважаемый профессор, я не знаю, будет ли государственный заказ на ваши исследования в ближайшие годы, но на подготовку учителей мы будем иметь социальный заказ всегда. И вот за эти 5,5 лет мы прошли очень большую эволюцию, мы прошли большую трансформацию. Мы стали не только весьма заметны с точки зрения нашей научной активности. Мы принимаем участие во всех крупных проектах по педагогическому образованию, инициированных федеральным министерством.
мы имеем высокий уровень публикационной активности. Мы достаточно экономически рентабельны. Я скажу лишь о том, что 65% студентов в моем институте учатся на платной основе. Многим естественникам, наверное, до этих показателей очень далеко. Мы очень самодостаточны. Мы благодаря этим доходам мы можем инициировать новые проекты, мы можем их вкладывать в развитие наших преподавателей и студентов. И это является основой для нашего дальнейшего роста. Я очень рад тому, что средняя зарплата в Институте психологии и образования самая высокая среди институтов социогуманитарного направления. Но эта зарплата, открою вам еще одну тайну, достается преподавателям не просто так. Есть базовые нормативы для различных категорий преподавателей, они намного ниже того среднемесячного дохода, который мы имели в прошлом году. Но есть система поддержки научной и образовательной активности преподавателей. Например, если доклад преподавателя был отобран на авторитетную международную научную конференцию по образованию, подобно БЕРА, АЙРА, ИКСИ, то мы, безусловно, оцениваем это в том числе и с точки зрения экономической мотивации. А дело в том, что поездка на такую конференцию, как, наверное, как сложившийся стереотип в понимании многих в виде научной прогулки, поездка на конференцию – это очень большое дело. Дело в том, что крупные международные конференции имеют систему жесточайшего отбора, связанную с качеством проведенного исследования, оформлением работы, его актуальности. Скажу лишь о том, что, например, в прошлом году мы направили 4 заявки на конференцию Британской ассоциации исследований образования. Или был отобран один доклад из 4. Эти конференции предусматривают большой организационный взнос, но это не проходной двор, как, наверное, бывает очень часто на многих наших отечественных конференциях, когда мы оплачиваем организационный взнос и можем не сомневаться, что мы будем приняты, что наша статья войдет в сборник. А для того, чтобы попасть, необходимо провести исследование. И, как правило, за спиной этого преподавателя, представившего доклад, как минимум годовое исследование в той или иной области. Работа в библиотеках, эмпирические исследования, опросы, обработка статистических данных. И вот здесь преподаватель должен достичь очень высокой компетенции. Поэтому, я думаю, этот труд должен оплачиваться более высоко. Те, кто разрабатывает онлайн-курсы, получают дополнительные бонусы. Те, кто публикуется в журналах ведущих, а цикл публикации в журналах из первой квартиры по Education примерно 2 года. То есть в течение 2 лет, а этому предшествует не менее года подготовки статьи, в течение 2 лет преподаватель, ученый переписывается с этим журналом. Он дорабатывает те замечания, которые были высказаны рецензентом. Это очень трудоемкий труд, который требует высокой квалификации. И поэтому мы должны поддерживать таких преподавателей. И не случайно есть коллеги, зарплата которых для меня является достаточно, наверное, даже для меня является примером, понимаете? Потому что получают они заслуженно ее. И чтобы, наверное, убрать все недоразумения, я хочу сказать, что, в принципе, представление о премировании уходит на почтовые адреса каждого директора, который должен потом распространить это по преподавателям кафедры. То есть мы не делаем это закрыто. И были случаи, когда озвучивалась сумма, и кто-нибудь из преподавателей говорил, а почему я не получаю столько? Здесь можно было правильно, прямо ответить. Какова результативность его деятельности? Так как за преподавательскую работу, я считаю, преподаватель получает свою заработную плату. А вот наука, она должна стимулироваться уже отдельно. Мультикультурная. Так, в первую очередь, холодно, вообще я заболею. Да. Так, итак. В рамках стратегической академической единицы мы реализуем несколько проектов. Один из них касается подготовки новых моделей педагогического образования.
Этим проектом руководит упомянутый мною почетный профессор университета Оксфорда Иэн Ментер. И сейчас мы переходим к следующему этапу. Мы заключили договор с компанией Apple, и на их платформе iTunes University будем разрабатывать онлайн-курсы для подготовки учителей. Это новый проект, он касается на первом этапе профессиональной переподготовки. Координатором этого проекта являются целая команда моих коллег. И ключевую роль играет Дарья Ханулайнен, которая в этом году приехала к нам, закончив магистратуру в Королевском колледже Лондона, который обладает необходимыми компетенциями. Я, кстати, пользуясь моментом, хочу сказать, что на будущий год мы уже имеем заявки на работу к нам профессора из университета Йорка, это турецкий профессор. Мы имеем заявку на работу у нас профессора из университета Рочестера Мартина Линча. Да. Мы надеемся, что к нам приедут новые магистранты из университетов Англии, россияне, которые обучались там по грантам. И это очень-очень приятная для нас динамика. Другим исследованием является мультикультурная подготовка учителя. Проблема актуальнейшая для современного мира. И здесь мы тоже смогли вступить в контакт и получить одобрение одного из крупнейших специалистов в мире по проблеме адаптации детей мусульман-мигрант, а мы ориентируемся именно на этот аспект, профессор университета Майами Дины Бирман. Ее личный индекс Хирша составляет 16. Да? Она является редактором журнала по интеркультурному взаимодействию, который издается в США, и он тоже входит в первую квартель рейтинга Саймага, и она руководит этим проектом. И здесь, наверное, сыграл очень большой факт выбора в нашу пользу, факт того, что наш университет и республика, они занимают трансграничное положение. И тот исторический опыт позитивного взаимодействия различных религий, многих народов, который сформировался здесь, он в чем-то уникален и поэтому вызывает интерес у зарубежных коллег. И поэтому этот проект мы сейчас начинаем активно реализовывать под руководством Дины Бирман. Здесь я тоже не буду преувеличивать и скажу, что эта тема является новой для нас. То есть в таком аспекте, ну ведь даже по причине того, что у нас до последнего времени предпочитали и не говорить о проблеме адаптации мусульман-мигрантов. И сейчас, когда численность мусульман-мигрантов становится критической и становится проблема их адаптации, потому что они приезжают здесь жить надолго, приезжают семьями, я приведу лишь примеры, что есть школы в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, где бывает всего лишь двое или трое русскоязычных детей, а основная масса детей не говорит по-русски, это, безусловно, требует новых компетенций, новых знаний для учителя, который мог бы шаг за шагом адаптировать их к этой работе. Но стереотипы сложились так, и жизнь, наверное, заставляет учителя бороться за показатели, когда дети мусульман, мигрантов и вообще мигрантов, да, они достаточно сложно адаптируются в среду. Они снижают показатель успеваемости в классе, они создают шум, они нарушают дисциплину. Да. И поэтому наши исследования показывают, что учителя еще не в полной мере. Хотя это не столь критично, но исследования показывают, что в этом направлении с учителями надо специально работать. И как пример приведу одно из исследований. Буквально недавно были опубликованы, я говорю, первые результаты исследования по отношению учителей республики к детям мигрантов. Это первый результат исследования. Они никоим образом не претендуют на какое-то обобщение, но, тем не менее, они создают определенную тревогу. И не случайно эта публикация была в течение 1-2 дней растиражирована, по-моему, 20 различных интернет-изданий, около 5 телевизионных каналов по всей России просились приехать к нам и взять интервью этого преподавателя.
И вы знаете, это подтверждает то, что проблема стоит. Проблема актуальна для нас. И не надо от нее закрываться, не надо от нее прятаться. Надо искать пути решения тех противоречий, которые возникают в этой области. А мы, как ученые, должны эти проблемы поднимать, и мы должны предлагать выходы из этой ситуации. В том числе выходы своевременные, когда наши выпускники-педагоги будут готовы к работе с такими категориями детей и будут иметь компетенции для того, чтобы правильно адаптировать их в традиционное сообщество. We'll be right back.